Всем привет! Я построил вот такую конфетницу, и мы сейчас получим конфету. Нам только осталось нажать на рычаг. Мы нажимаем на рычаг, и нам падает конфета. Вот. Я сейчас расскажу вам, как она работает и что она нам выдает. Она нам выдает вот такие вот конфеты. 4 разных вкуса. Груша, ананас, малина и апельсин. Вот. Я сейчас покажу вам, как работает этот механизм. Вот. Мы просто вверх открепляем. Вот, смотрите. Я вложу сюда конфету, нажимаю на рычаг, и она падает. Вот. Сюда можно, кстати, положить 5 конфет. Вот раз, два, три, четыре. И 5. Ну или же можно сделать такое побольше, но сделать такую платформу больше, и у вас будет, может, там поместиться что-то огромное. Вот. Мы нажимаем на рычаг. У нас падает только одна конфета. Ну, у нас сразу, конечно же, не выпадут. 2, 3. И последний осталось. Ну тут вот эти концы мешают. Но она бы так упала. Вот. Тут можно еще засыпать в это отверстие. Ну, это склад, где там хранятся запасные вещи. Сюда можно положить конфеты. Вот. Ну, или же можно еще сделать такую украшение для автомата. Мы просто закрепляем эти детальки вот так вот. Ну, можно вот так поставить. Я просто сделаю для красоты. Вы можете такое же сделать. Это просто надо тут... Самое главное — это механизм, а все остальное — это стенки. Вот. Ну, это, конечно, для красоты. Это просто... Ну, чтобы знали, что продается или выдается. Конечно же, можно, чтобы это продать.